Это 18-й турнир памяти тренера-преподавателя Геннадия Борисовича Корецкого. Значит, получился у нас открытый республиканский турнир, потому что приехали из Краснодара, Темрюка, две команды Анапы, ну и практически все города Крыма. 74 участника у нас приехало. Это юноши 2003-2004 года рождения. В некоторых весовых категориях встречаются у нас старшие юноши. Ну и младшая возрастная группа. То есть практически для всех возрастов турнир. Но достаточно интересные бои. Краснодар, Севастополь. Интересно смотреть. Несмотря на ранний возраст, боксеры демонстрируют приличную технику. Какие призы ждут боксеров после окончания турнира? Медали, грамоты, индивидуальные призы за лучшую технику, за волю к победе, лучшим боксерам. То есть, ну, как организаторы турнира учредили эти призы. Именно этот турнир особен новыми участниками из других регионов. Первый раз нам приехал Краснодарский «Спартак». Первый раз у нас здесь. Первый раз привезла две команды «Темрюк». Сборная «Темрюка» практически приехала. Обещался «Судак» приехать, тоже первый раз. Но почему-то не доехали, говорят, что боксеры заболели. Краснодарская школа, она индивидуальная. И крымским боксерам есть возможность на нашем турнире получить знакомство с другой школы, получить боевую практику. Поэтому это очень полезное соревнование именно для Крыма. Главная цель турнира – это повысить свое мастерство в новых условиях и с новыми боксерами.